Так, ребята, вот в бассейне, короче, нельзя поставить машину вообще. Но я вам хочу рассказать лайфхак, как можно поставить и как найти место. Потому что ездишь, вот так вот 40 машин ездит по кругу, не успеваешь. Идете на вход, смотрите, когда кто-то выходит с чемоданчиками. Идете за ними, прям к их машине подходите и оставляете вот так вот. Он, видите, маму мы нашу оставили. Покажем вам, как это выглядит. Оп, паркинг. Данки, данки! Фрау Кристина, данки! Короче, вот так вот лайфхак работает. Как припарковаться в Германии, в этом, в бассейне, в Ферле, очень легко. Ну, почти легко. Вот подъезжаем в бассейн, сегодня людей много, сразу видно, вон, над дорогой стоят машины. Тут выезжали, ладно. Ну ладно, поехали сейчас. Это, да. Да. Посмотрим. Ты поворачивай. Вот сюда вот, да. Чувак выезжает и поедет на наше место, станет. Короче, я так понял, тут уже негде припарковаться.